А теперь последняя миссия за Вопр в Токио. Миссия номер 15. Победа близка. Единственное, что остается, это уничтожить главный штаб, который расположен в Токио. Вы тоже делаете сначала пробел, а потом ставите восклицательный знак и не делаете пробела перед следующей буквой. Так делает только суперкомпьютер. Вопр. Люди будут причинять беспокойство, пока существует и главный штаб, и живы их лидеры. Твоя последняя задача – подавить любое вооруженное сопротивление, тогда я получу свободу, в которой нуждаюсь. Я получил информацию о базе противника на юге, там может содержаться информация, необходимая для планирования остальной части операции – уничтожить базу. Вы командуете тремя МК-4 Уокерами, двумя Фениксами, двумя Мантами и одной самоходной установкой. ВПН еще работает, так что Манты обладают невидимостью. Вот с Манты начнем. Мне очень нравятся вот эти... И вычеркивать ими... Исчезнем. И вычеркивать ими пехоту. Вообще, последняя миссия за Вопр намного, намного, друзья, легче, чем за город. Так. 20 тысяч вольт. Просто. Она хороша и по танкам. У нее слабая броня, да, но она может включать невидимость. Как видим, техника интересная. Так, и вот уже для Феникса мы врываемся, как обычно, неприлично. Так. Вот это напор со старта. Так, давайте. Какое сообщение? Известны координаты другой базы. На острове, на северо-западе, база является пунктом сбора сил, предназначенных для захвата ЦПУ в комплексе Норад. Уничтожить базу и ее охрану. Подождите, еще здесь куча строений городских. Закончилось действие, значит, усиление. Пойдем мы с вами, друзья, не по цели. Немножко здесь поработаем. В ином направлении. Здесь все корабли уничтожать нельзя, иначе будет провал. Просто мы вот так немножко покоцаем их. Отлично, здесь можно будет пополниться. Ну, что так жарко, а здесь два в одном. Восстановление, по сути. ПВО будет работать? Вот и нормально. Я пока поломаю нам башню. Из них иногда может даже желтая ракета выпустить. Я не понял, ты так и не додержал здесь, да, что ли? Боеприпасы в этом
Объект не опознан. Судя по всему, да. Объект не опознан. Сейчас пока тому боеприпасы отвезут. Объект не опознан. Что творит, а? Он начинает стрелять по... Внимание, объект не опознан. По пехотинцу, и поэтому это и произошло. Еще раз скажи отсчет 3. Не успел. Так, а нам все-таки выгрузили, да? То, что я не желал. Ладно. Усиления урона очень не хватает. Так долго вы скоро пойдем на цель.
Отлично. Давай. Так, пока хватит здесь. Туда. Отсчет Девкон нещаден. Да как? Ну, прямо уже гугулькал надо мной. Ну да, вот. Объект не опознан. Бывает и такое, и при этом отсчет стремится к 2. Хорошо, что есть еще Феникс. Так, аккуратненько. Вон как достает хорошо. Поэтому аккуратненько. Я не понял, они вынесли нашего урчащего? И он в меня все-таки выгрузил. Так, коммуникации истощены. Пытаться получить их прямо здесь. Там, правда, еще одна лазерная пушка. Вот-вот, тю-тю-тю. Самолет потерять нельзя. Нормально. Ребята, я прям в вашем логове заряжусь, а вы ездите, смотрите, меня не трогайте. Объект не опознан. Объект не опознан.
Так, отчет 2 уже. Нам очень нужна. Дающая бонус к урону. Штучка. Вот она, супер. Пошли восстанавливать отсчет. Я получил сигнал тревоги со станции слежения. На крыше полузатопленного здания его атакуют. Немедленная помощь нужна. Направляйся на юг и уничтожь нападающие войска. Там всего один кораблик оставался. Уже поработал. Так, давайте сохранимся и вынесем сначала само здание. Так как станция слежения уничтожена, то я не смогу отслеживать передвижение противника. Как только они поймут это, я буду уничтожен. Миссия провалена. Видно, где наши ребята гибли. Неплохо. Так. Неплохо это все реализовано, я имею в виду. Ну, вообще, миссия за город сложнее, прям сложнее этой. Самолеты есть. Станция слежения докладывает, что выжившие остатки войск противника находятся в складских помещениях к югу. Уничтожь склады и все войска в этом районе. Могу уже вынести? Не могу. Остается последнее здание, контрольный облет. Чего тут, пацаны, нормально? Давайте за мной. Объект не опознан. Так, здесь все чистенько. Настолько чисто все остается после того, как вопр проходит. Да, все чистейше просто. Ключик там не нужен нам. Были в этом углу карты. Ну, теперь были.
Ну, с дороги! Это мы будем делать, играя за Норот уже очень скоро. Ну, а теперь завершаем миссию. Нет, сначала техника. Может быть, будет что-то новое. Ну, станция слежения, эта система раннего обнаружения воздушных целей, относительно слабо защищена. Она была практически у нас там в самом начале и в самом конце. Манта — настоящее произведение военного искусства. Быстрая, верткая, мощная машина, сдвоенная лазерная пушка делает Манту наиболее опасным противником. Она, да, опасная, когда за Норот по земле танки грызет ваши. Вот тогда да. Доки людей понятно. Доки животных, может, еще добавят. Хотя, вижу, что нет. Ну, тогда завершаем. И смотрим... Ага, не все еще. Точно. Станция слежения наблюдает мощную приливную волну на юго-востоке. На поверхность всплыла большая база людей, о существовании которой я давно подозревал. Именно она является центром сопротивления. Уничтожь эту базу, покончи с этим раз и навсегда. Ну что, не знаю, удалось мне интригу немножко посеять, это о конце или нет. Вроде как-то так ненавязчиво это делал. Так, базы, базы. Понастроили, заразы. Не так просто. Особенно учитывая, что коммуникации истощены. Тут, может быть, пополнимся по коммуникациям сейчас. А, это больно. Давай аккуратненько. Объект не опознан. Ну чего ты? Отсчет один. Интерфейс установлен. Нельзя допускать отсчет один. Отсчет один. Ух ты! Так как они успели уничтожить базу? Так, ладно, у нас еще оставалось. Вот здесь сохранение. И мы тогда гугулька еще принимать не будем. Раз уж. Так. Там его примем. Еще одного закажем, а потом ту штуку разломаем. Ну да, наверное, давай не так. Бери ты эти вонючие ракеты. Помню, когда мы впервые проходили эту миссию, и когда эта база всплыла, не хватило, да, у нас сил, мы проходили с братом, не ожидали этого. Классно сделано. Объект не опознан. Ничего нет, не хочешь выдать. Так, теперь начинаем. Thank you.
та пушка, спрятанная внизу, она настолько грызет сильно, лазерная. На входе 4 пушки. Ух. Я, черт, просто нещаден. Коммуникации не защищены. Объект не опознан. Вау. Да подождите вы. Усиление дали. Ай, сейчас умру. Нельзя умирать. О! Все, разнос. Разгром. Не, сначала еще тебя для статистики. А вот теперь завершаем. Ух! Круто. Смотрим финальную заставку. Мы это здание еще в прошлой миссии уничтожили. НК-уокеры пришли. А вот таких юнитов, кстати, не было. Стреляющих лазером. И летающих. Что ж, друзья, первые 15 частей и кампания The Whopper пройдена. Примечательно то, что после последней миссии мы не можем посмотреть замечательную статистику. Так, однако есть титры разработчиков. Но я думаю, что мы посмотрим их, когда пройдем за Норад. Если их можно было бы пропустить. Ха! Ну тогда посмотрим прекрасный перевод. Дечья жиянч. Пят дечья жияе. Пят рьяиш ямияч. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, да. Игра классная. Игра динамичная. Игра... Ну, не какая-то заковыристая, а такая, чтобы сесть и как следует пострелять. Вот за Whopper уже прошли. Не помню, говорил или нет, но Whopper мне нравится больше. Пишите, какая фракция больше нравится вам и почему. Можете также написать, какой у вас любимый юнит у Whopper. Ну, если не считать самолеты, у меня вот этот 111-й такая. Медленная цапля, переваливающаяся. Так, если мы зайдем в опции, то увидим на выборе миссии, что у нас все миссии доступны. Все 15. Теперь пора сменить фракцию на Норад. И за Норад пока что только первая миссия в Каролине, США.
Эту миссию вы увидите в следующей части, друзья. Начнем за людей.